Здравствуйте. Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Каждый из них – человек-легенда. Губернатор Дмитрий Азаров вручил ордена Пирогова лучшим медикам региона. Что должно быть на столе, как украсить елку и во что одеться? Готовимся встречать год быка. За купанием самарского моржа в проруби следит весь мир. Но так ли безопасно погружение в ледяную воду? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил жителям региона государственные награды. Торжественное собрание приурочено ко Дню Конституции. Первыми ордена, медали и почетные знаки получили врачи, работающие в инфекционных отделениях на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Олег Зверев продолжит. Они противостоят пандемии на переднем крае медицины, принимая удар на себя. А результат – десятки тысяч исцеленных людей, которые снова могут свободно дышать. И миллионы тех, кто благодаря профилактике избежал заражения. Первые самарские лауреаты ордена Пирогова, врачи Наталья Данилова, Татьяна Дергунова, Наталья Кабанова были награждены этим летом по указу президента России Владимира Путина. А сегодня ордена вручил медикам губернатор Дмитрий Азаров. Торжественное собрание было приурочено ко Дню Конституции, 12 декабря. Я, конечно, не случайно первым в ряду представителей профессии назвал медицинских работников. Именно они в этом году, находясь на передовой борьбе с новой коронавирусной инфекцией, делают иногда просто невозможное. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители, работники скорой помощи мужественно и профессионально исполняют свой долг. Рискуют собой, делая все возможное и даже невозможное, чтобы помочь людям. Девиз ордена Пирогова – милосердие, долг, самоотверженность. Награда учреждена указом президента России от 19 июня 2020 года, как высший знак государственного признания при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий. Самарская детская инфекционная больница уже 10 месяцев оказывает помощь не только детям, но и взрослым с коронавирусной инфекцией. Для меня большая честь работать в этом удивительном коллективе. Я вас заверяю, что каждый сотрудник коллектива, от санитарки до главного врача, нацелен на оказание высококачественной помощи. В это сложное время все работают с большой самоотдачей. Медалями, грамотами, знаками отличия награждены не только врачи, но и работники других отраслей производства и социальной сферы. Все они внесли свой вклад в новый этап становления города трудовой доблести и славы. Сегодня Самарский регион снова на подъеме своего развития. В реализации стратегии лидерства важен каждый труд, особенно профессионалов высшей квалификации, верных своему делу. Более 43 лет назад на металлургический завод пришел работать Александр Косимовский. Сегодня его специальность называется «огнеупорщик на горячем участке работ». Он исполняет обязанности мастера в литейном цехе. Рассказывает, с тех времен многое изменилось. Раньше внести рационализаторское предложение было проще. Конструкторы так и говорили – переделывайте, а чертеж мы потом изменим. Сегодня производственный гигант работает по новым стандартам, где все четко прописано, особое внимание вопросам охраны труда. Знаете, я про свой коллектив вообще скажу. У нас все ребята, ну, я постарше. Они в среднем у меня 45-40. Это просто, знаете как, огнеупорщики от Бога называются. Ими, я как исполняющий обязанности мастера, ими руководить очень легко. У нас каждый знает свою задачу, каждый любую операцию. Александру Косимовскому сегодня вручен знак «Заслуженный работник промышленности Самарской области». Крупнейшее предприятие стратегически важное для страны, и от его работы зависят многие сферы жизни. Но не только экономическим ростом живет регион и страна. Награды за свой труд получили учителя и спасатели, социальные работники и артисты, экологи и судьи. И символично, что награды вручены в канун праздника в честь основного закона страны. В этом году люди объединились вокруг конституционной идеи, поддержав большинством голосов изменения предприятия, предложенные президентом страны. Олег Зверев, Николай Сидоров. События. В Самаре по поручению областного оперштаба по коронавирусу управляющие микрорайонами проводят поквартирный обход граждан старше 65 лет, чтобы напомнить о правилах безопасности и соблюдении самоизоляции. Сейчас эти жители находятся в группе риска. Им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью. В один из таких обходов отправилась Светлана Кудрявцева. Анна Николаевна, управляющая микрорайоном. Зульфия Шалимой ежедневно обходит пожилых граждан, чтобы узнать, не нужна ли помощь, и предупредить о соблюдении режима самоизоляции. Соблюдайте самоизоляцию, не выходите из дома. Мы соблюдаем. Да, не подвергайте себя опасности. Угу. Все, спасибо большое. Соблюдаем. Спасибо за предупреждение.
Всем людям старшего поколения напоминают, куда обратиться, если нужно купить продукты и лекарства. Их пенсионерам доставляют волонтеры, а также соцработники. Все приносят, и дети мои, и заботы вот со стороны волонтеров. И очень часто в окно вижу волонтер с сумками. У нас теперь на самоизоляции развлечение около окошечек, смотреть на волонтеров. Всего в микрорайоне Зульфии Шалимо в железнодорожном районе Самары около 1000 граждан, которым за 65. Управляющая к одним из них приходит лично, с другими общается по домофону и каждый день расклеивает на подъездах памятки с напоминанием оставаться дома. Все мероприятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы не заходим в квартиру, мы общаемся на лестничной площадке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. То есть контакта такого близкого у нас нету с людьми пожилыми. Обзванивают пенсионеров и сотрудники районных администраций. Вам помощь какая-нибудь нужна, например, волонтеров, чтобы еду, таблеточки приносили? Нет, спасибо. Внук у меня ходит за продуктами. Всего доброго, до свидания. Спасибо за работу. Подобная работа идет во всех районах Самары. Представители администрации, общественники, управляющие микрорайонами, сотрудники управляющих компаний напоминают пожилым гражданам, что в ближайшее время из-за непростой эпидобстановки по коронавирусу людям старше 65 лет желательно оставаться дома. Напомним, что в Самаре в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе» работают волонтеры. Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефонам горячей линии. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В непростой год, когда пандемия и не думает отступать, помочь врачам вызвали студенты медицинских учебных заведений. Чтобы у врачей и медсестер было больше времени непосредственно на лечение пациентов, они берут на себя другие обязанности медиков. Как проходят будни студента-практиканта в одной из поликлиник Самары в период пандемии, узнала Гульфия Сафина. Как вы себя чувствуете? В бой идут не только старики, но и студенты. Дамира Сарсингалиева осваивает сестринское дело в колледже имени Ляпиной. Уже на четвертом курсе, поэтому помогать медикам бороться с новой инфекцией, пусть даже на полупрофессиональном уровне, ей вполне по плечу. Мы стараемся помогать, как только можем. Я слежу за выполнением предписаний, обзваниваю пациентов, спрашиваю о их самочувствии. Также мы помогали медсестрам процедурного кабинета, взятие мазков, выполнение инъекций. В работе самарских поликлиник сейчас задействованы десятки студентов-практикантов. Главная наша обязанность здесь – это выявлять температурящих пациентов, то есть мы измеряем температуру на входе, дезинфицируем руки. Мы рады помочь, да, людям, ведь они действительно нуждаются в нашей помощи именно в этой ситуации, которая сейчас происходит. Будущие медсестры и фельдшеры, педиатры и стоматологи. По словам врачей, лишних рук в работе первичного звена сейчас не бывает. Студенты-медики, конечно, оказывают нам неоценимую помощь. Вот смотрите, мы привили в этом году прививочной кампании против гриппа около 40 тысяч человек. Каждого человека нужно внести в медицинскую информационную систему. Вот одного человека составляет где-то порядка 1 минуты, если это достаточно быстро. Это 40 тысяч минут, которые потратили на нас наши студенты медицинского университета. Представляете, если бы этим занимался доктор или медсестра, то есть сколько пациентов они за это время смогли посмотреть. Обзвонить амбулаторных больных, доставить до двери бесплатные лекарства, провести сортировку поступивших тестов на COVID-19. Все это сейчас зона ответственности студентов. Гульфия Сафина, события. Самарские медики впервые в России провели операцию на позвоночнике правосторонним способом. Эту практику они переняли у зарубежных коллег. Хирургическое вмешательство длилось 1,5 часа. Елена Малютина расскажет, как себя чувствуют пациенты и в чем уникальность операции. Хромать Алексей Петрушин больше не будет. Неделю назад ему сделали уникальную операцию на позвоночнике. Он стал первым пациентом в России, которому установили искусственный поясничный межпозвоночный диск передним правосторонним доступом через живот. Да, все хорошо. Пока ему нельзя сидеть и много ходить. Впереди 1,5-месячный путь к полному восстановлению. Алексей Петрушин говорит, диагноз для него стал неожиданностью. Думал, что защемило нерв. Сейчас чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Меня беспокоила спина, болела нога, хромал. Вот решил пойти на обследование. Предложили лечь в больницу на операцию уникальную.
по смене диска. Спасибо врачам. Вроде бы все сделали хорошо. Сейчас главное – восстановление. Операция длилась 1.5 часа. По словам врачей больницы имени Пирогова, для ее проведения понадобилось особое мастерство хирурга. Вся сложность состоит в том, что с правой стороны находятся крупнейшие сосуды – аорта и полая вена. Но именно благодаря правостороннему доступу через живот в случае осложнений или аллергических реакций на имплант можно будет провести повторную операцию, что практически исключено, если ее проводят традиционным левосторонним способом. Любая операция имеет определенные риски, осложнения, ну, даже менее сложные. Надо давать шанс пациенту и будущему хирургу. Мы даем возможность на будущее сделать операцию другому хирургу, который может не владеть этой технологией. По словам медиков, такая операция практически на 100% восстанавливает функции позвоночника. Инновационные методы лечения помогают развивать систему здравоохранения и полностью соответствуют стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается месячник по безопасному использованию газовых приборов. Помимо специалистов газовой службы, в проверках принимают участие представители управляющих компаний и государственной жилищной инспекции. На что обращают особое внимание и какие правила должны соблюдать горожане, чтобы не стать жертвами мошенников, узнала Лариса Шалафаст. Мастер, минуту, день. Так, можно проверить ваши документы, да? Безопасность превыше всего, говорит Людмила Масленникова. Прежде чем пустить в квартиру представителей газовой службы, Людмила Васильевна тщательно проверяет документы. Рассказывает, в последнее время участились визиты мошенников. Часто приходят те, которые не имеют к этому отношения. Они просто приходят, вот мы пришли проверить. Что проверить? Непонятно. Ну, мы выгоняем их сразу. Проверка показала, в квартире Людмилы Васильевны все оборудование работает исправно. Тяга, видите, салфеточка не падает, все в порядке, тяга есть. В первую очередь проверяется на резьбовые сварные швы на утечке газа. Проверяется работоспособность газового оборудования. И это первая основная задача. Проверяется тяга в вентканале. О проверке жильцов должны оповещать заранее, чтобы люди обеспечили доступ к газовому оборудованию. У настоящих сотрудников газовой компании при себе всегда есть документы. И если у жителей возникают сомнения, они могут уточнить информацию о графике проверок в своей управляющей компании. При подозрении, что данная проверка проводится незаконно, необходимо позвонить в свою управляющую компанию и уточнить, действительно, проводится ли проверка или нет. Номер вашей управляющей компании вы можете найти на обороте квитанции, который приходит вам каждый месяц. Месячник по безопасному использованию газовых приборов в регионе продолжается. Его проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Помимо специалистов газовой службы, в проверках принимают участие сотрудники управляющих компаний и государственной жилищной инспекции. Уже проверили порядка 2000 домов, выявили почти 500 нарушений. 80% из них уже устранено. Лариса Шалафаст, Николай Епифанов. События. 9 декабря в России День Героев Отечества. Страна чтит всех, кто совершил подвиг, достойный высшего государственного признания. Героев Советского Союза, героев Российской Федерации, героев труда, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В их числе и наши великие предки, и ныне живущие и здравствующие соотечественники. Центральным местом торжеств в Самаре стала Площадь Славы, где состоялось возложение цветов к мемориалу Вечного Огня. Букеты возложили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Ветераны из-за противоэпидемических мероприятий отмечают праздник в режиме самоизоляции. С поздравлением ко всем жителям региона обратился Дмитрий Азаров. Он, в частности, отметил, что вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Эти выдающиеся люди, герои прошлого и дня сегодняшнего, являются для нас всех примером безграничной преданности и любви к отчизне, ответственности за ее судьбу, готовности к самопожертвованию во имя Родины. В Самаре благоустроили сквер имени Владимира Высоцкого. Площадку привели в порядок по губернаторскому проекту «Содействие». Свои идеи по преображению предлагали горожане. Обновленный сквер оценила Мария Левина. Ирина Чебыкина живет в Самарском районе и любит проводить время в сквере Высоцкого. Прогуляться с внуками и просто посидеть в уютном уголке города. Говорит, после того, как сквер благоустроили, проводить здесь время стало еще приятнее. Очень востребовано. Все как бы доступно, детям удобно.
Очень-очень им нравится. У меня старший внук сейчас вот придет. Сквер благоустроили по губернаторскому проекту «Содействие». Преображали его в два этапа. Сначала здесь появился амфитеатр, а сейчас открыли гитар-парк с современной детской площадкой. Своим названием он обязан большому арт-объекту на входе в игровую зону в форме гитары, которую не выпускал из рук Владимир Высоцкий. Идея, задумка интересная была, так сказать, теми, кто проектировал этот сквер. Вот я думаю, что такого арт-объекта в Самаре еще подобного не было. Проект составляли архитекторы, городские власти и местные жители. Проводились регулярные встречи и переговоры, рассказывает представитель инициативной группы Ирина Волкова. Но результат превзошел ожидания. Вот мы получили то, что есть. То есть вот эта система и это вот как раз содействие, да, так называемое, оно работает. И сами мы видим, вот это налицо у нас. Это вот первый проект, это вот у нас сцена. Это вот комплекс у нас со сценой. И второй, это у нас гитар-парк. Место знаковое и востребованное. Во-первых, оно находится в самом центре города, в сердце города Самары. Оно пользовалось и до этого популярностью, но многие жители обращались именно за обновлением детской площадки, потому что деток очень много. Те малые архитектурные формы, которые были, они устарели и вышли с предложением, соответственно, построили вот такие вот хорошие горки. В этом году в плане благоустройства по проекту «Содействие» свыше 20 территорий. Как меняется Самара, замечает каждый житель и гость города. Уже сейчас главы внутригородских районов наметили план преобразований на 2021 год. В Самарском районе хотят привести в порядок площадку возле детского сада на Максима Горького, что находится через дорогу от набережной. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Его ждут с нетерпением и отмечают даже самые заядлые скептики. До самого волшебного праздника Нового года осталось меньше 20 дней. По совету астрологов, наступающий год быка нужно встречать без спиртного, блюд из говядины и телятины. На столе обязательно должна быть рыба, фрукты, овощи, птица и молочные продукты. Смогут ли самарцы следовать этим несложным правилам, отказаться от вредных привычек в новогоднюю ночь и сколько готовы потратить горожане на праздничный стол, выясняла Ольга Павлова. Праздник детства, сказки, нарядная елка с разноцветными шарами и бесконечное ощущение праздника. За 22 дня до Нового года Самара облачилась в волшебные наряды и засияла множеством ярких огней. Красиво ночью светится. Всегда, когда вот больше неона каких-то или вот каких-то светящихся элементов, всегда лучше выглядит, особенно ночью. Приехала специально посмотреть в центр города, потому что эта иллюминация необычная. И, по-моему, у нас еще не было такого в Самаре. Грандиозность так ощущается опять немного. Так что, я бы сказал, завораживает с одной стороны. В год металлического белого быка астрологи рекомендуют отказаться от спиртного и поставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы. Уместны будут салаты с овощами, пряной зеленью и традиционные оливье, только без говядины. Лучше всего в главную ночь года приготовить запеченную птицу, утку, гуси, перепелы или курицу, а на гарнир выбрать крупы. Следовать советам специалистов горожане не спешат и подсчитывают примерные суммы, которые готовы потратить на праздничный стол. Ну, 5000, наверное. 5. И что будет входить в эти 5000? Что, нарезка? Салаты, ну, шампанское. Так много денег тратится на лекарства, что пока не до новогоднего стола, это честно. Ну, мы уже старые. Ну, как старые, как же там икра, да, шампанское? Не. Ну, наверное, 1025-30 идет. Холодец обязательно в порядке, под шубой в обязательном порядке. Потом, ну, оливье, это наше национальное. Штурмовать магазины в надежде удивить своих близких оригинальными блюдами горожане начали задолго до декабря. Популярностью пользуются овощи, колбасы, мясо птицы и свинины. Гипермаркеты соблазняют товарами по акции. Диетологи настроены скептически и призывают самарцев не переедать. Новогодний стол должен быть легким. На этом столе желательно, чтобы было больше фруктов, овощей, чтобы было нежирное мясо или рыба. И в качестве напитков желательно не коробочные соки и не, конечно же, газированные сладкие напитки, а вода, чистая вода, газированная вода или вода с лимонным соком. Быку не по душе все яркое, вычурное и слишком необычное, поэтому новогодний наряд лучше выбрать в элегантном классическом стиле. Не обязательно выглядеть строго, можно смягчить свой лук при помощи интересных деталей и украшений. И не забудьте загадать желание. Формулировка должна быть предельно четкой. Не стоит просить то, что может навредить людям. Такие просьбы Вселенная, конечно, удовлетворит, но с негативной отдачей желающему.
Чтобы все получилось должным образом, уберите из своих формулировок частицу «не». «Я не болею» – неверно. Правильно будет «я здоров». И самое главное – загадывать желание нужно в хорошем настроении и с добрым сердцем. Тогда все мечты обязательно осуществятся. Ольга Павлова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Самарский морж Сергей Трифонов начал снимать свои зимние купания на видео и заработал мировую известность. Офицер в отставке знает о закалке все, как об армейской, так и о речной. Всем ли можно нырять в прорубь? Мария Левина проконсультировалась с кардиологом. Это уникальные кадры, на которых Сергея Трифонова, больше известного в интернете как морж, можно увидеть в одежде. Но, как говорится, недолго музыка играла, не прошло и 10 минут, как горячая кровь берет верх, и на мужчине остаются лишь плавки. А в руках появляется бензопила, с помощью которой он быстро вырезает прорубь. Ловкость рук и никакого мошенничества. Сергей Трифонов – блогер-миллионник, который обрел популярность в интернете меньше, чем за год, снимая смешные видео о закаливании. От одного взгляда на моржа по коже пробегают мурашки, а сам ныряльщик чувствует себя отлично. Сейчас, говорит, в Самаре жарковато. Когда вылезаешь из воды, температура тела резко подскакивает до 43 градуса на 20 секунд. И потом резко падает до 35. Погибают все вирусы. Сергей ныряет в холодную воду с детства, купался в ледяных источниках в Ташкенте, Красноярске. Мужчина закаляет характер всю жизнь, не только с помощью водных процедур, но и в армии. В службе в вооруженных силах России он отдал больше 20 лет, а уйдя в отставку, стал снимать научно-популярные ролики, но аудиторию они не зацепили. Тогда офицер решил добавить огня, а точнее льда в свои видео. Так и родился прогремевший на весь виртуальный мир Серж Морж. Его видео запрашивают иностранные медиа из Испании, Англии, США. Но Сергею не нужен берег турецкий, он болеет за Россию. Заинтересованность в том, чтобы люди закалялись, есть во всем мире, и это будет. Потому что закалка – это здоровье, прежде всего. А это закаляет иммунитет человека. Человек не боится болезней. Вот здесь вот в голове, что холодно, это плохо. А холод на самом деле наш друг. Я был в армии, когда через меня прошло около 100 человек, новобранцев молодых. У меня ни один в санчасти зимой не лежал с какими-то ОРВИ. Ни один. Потому что у меня все мыли ноги холодной водой, вытирали насухо 2 раза в день. Welcome to Russia! Вдохновившись примером Сергея, мы тоже решили немного порыбачить. По щучьему велению, по моему хотению, как там было в сказке. Ну а что, если уж настоящую семгу получилось достать из волжской воды, то почему бы не попробовать испытать удачу и не поймать волшебную рыбешку? Нет, к таким испытаниям я пока точно не готова. В целом, закаливание – это полезное дело, говорят эксперты, но нужно учитывать состояние своего здоровья и прежде чем начать погружаться, проконсультироваться со специалистами. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как любое мероприятие медицинское, у всего есть свои показания, свои противопоказания. Для кого-то закаливание – это благо, для кого-то закаливание – это опасно. Для кого благо? Для тех, кто имеет здоровые сосуды. Люди, которые начали заниматься закаливанием в молодом возрасте. Для людей, у которых есть проблемы с сосудом, в частности атеросклероз, поражение сосудов сердца, поражение сосудов головного мозга, нижних конечностей, это может быть нанести определенный вред. Резкий спад температуры тела для людей с этими заболеваниями опасен спазмом сосудов, что может привести к инфаркту. Это не значит, что закаливание им противопоказано вовсе. Просто нужно проконсультироваться с врачом и начать, например, с контрастного душа. Даже здоровому человеку специалисты советуют начинать подготовку организма к погружению в прорубь минимум за полгода. Мария Левина, Николай Епифанов, Михаил Матвейшин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся.